Тематические площадки, дискуссионные клубы, встречи с удивительными спикерами, интеллектуальные и спортивные игры, дискотеки, яркие концерты. В таком режиме и правда забудешь о море. Рабочий график участников «Славянки» трещит по швам от количества событий. Но ребята рады. Концентрация знаний и навыков здесь на пределе. А значит, время они проводят с неоценимой пользой для будущего. Это замечательный форум, который сплочает людей. Мы находим здесь много знакомых. Тут очень весело. Черпаем много новой информации. Много информации и опыта. Тема 18-й «Славянки. Наследники Великой Победы». Деловую программу посвятили вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. На традиционной выставке проектов, в этот раз с названием «Россия – страна возможностей», участники представили 83 социально значимых инициативы, которые уже смогли или только планируют воплотить в жизнь. Меньше времени, наверное, мы даем сегодня ребятам для возможности побыть на море, но зато это возможность найти друзей, найти общие интересы, представить свои возможности другим людям. Поэтому день стал более емкий, времени становится все меньше и меньше, но результат и выжимка от этого еще больше. Многоликая и многонациональная славянка перешагнула совершеннолетний рубеж. Сегодня в отряде экспертов и организаторов те, кто когда-то сам впервые приехал участником в лагерь и влюбился в него навсегда. А это значит, что подаренный содружеством опыт не остается в воспоминаниях, а эффективно работает в жизни. Анна Пикулина, Лилия Каратеева, Наталья Бульба, телеканал 7.